бы веревочку купить. Развернитесь, пожалуйста. Заняться-то не нужно показывать никому. Вот теперь говорите. Дальше. Наконец-таки мы дождались этого момента. Теперь с удовольствием мы ответим на интересующие вас вопросы. Каждый сможет протестировать данное произведение. Пожалуй, я пройду небольшую презентацию того, что же это такое. Итак, то, что мы видим, это монумент, стилизованный под iPhone 4. А вы не можете справа встать? Это последний iPhone, который, созданием которого руководил лично Стив. Он из себя представляет, собственно, интерактивный тачскрин-экран. Мы считаем, что Стив Джобс — это тот, кто первый массово ввел тачскрин, который можно использовать пальцы, а не стилус. Вторая интересная особенность. Я пытаюсь... Итак, сам памятник. Тематические условия сказываются. Кстати, мы об этом забыли сказать в первых словах. Это единственный в мире iPhone, который готов, не боится и может работать при российской температуре в минус 10, минус 20 и даже минус 30. Другого такого iPhone нет. Но дается ему это непросто. Окей. Самое главное, что мы видим здесь, это информация о Стиве Джобсе. Собственно, мы видим самые важные моменты, которые можно о Стиве узнать, которые реализованы в виде слайдера, в каждом из которых есть статья про... про именно тот аспект, который может быть интересен.